Приветствую вас, бесстрашные селедки! С вами Федорович. А в этом видео мы посмотрим на то, как человеческое существо может быть непредсказуемо животным, попадая в различные ситуации. Когда два пельменя выходят на тропу войны или на спортплощадку, им лучше не мешать, а то без жертв и так не обойтись. Не руби сук, на котором сидишь, но когда у тебя безграничная богатырская сила, то нужно же как-то ее показать. Охранник – это бесстрашный воин, который не только может сожрать за смену 20 бутербродов и выпить 2 литра чайка, но и способен остановить любую банду нарушителей. Вот правда, против обезьян он бессилен. Как можно попасть в историю? Конечно, опозорившись перед толпой одногруппников. Величайшая загадка человечества скрыта в этом видео. Что и зачем она делает? Когда в 2 часа ночи выполняешь сверхсекретную операцию по уничтожению колбасы в холодильнике, главное, чтобы кормилец не пострадал. Мужик, тебе просто не надо. Не стоит понтоваться новой машиной, ибо в споре она не поможет, а вот бронированный погрузчик поможет. Что не поделили мужики, непонятно, но кто победил в споре, очевидно. Orcs with car broke. My car broke down. Orcs, my car broke down. Look. Мокрые девчонки – это всегда здорово, даже в луже. Садиста можно узнать с детства, по играм, в которые он играет с папой. Всем известный факт, что сивуха дает бесстрашие и бессмертие, но только тому, кто держит зелье в себе. Но вы не переживайте, ни одна рыбка не пострадала. Лайфхак для всех любителей зимней рыбалки. Отправить на лед жену для проверки прочности, а потом уже идти самому. Никогда не играйте в игры, где нужно закрывать глаза. Ah!
С годами все мужики становятся подкаблучниками и знают, что отвечать на провокации жены. Но дети всегда говорят правду. Hey, babe. Would you still love me if I was fat? Yeah, of course. But, Mom, you are fat. Именно поэтому мужики не ходят в салоны красоты. So this guy taught me two things: how to be goofy and how to cut hair. So stop showing what you're about to do. Oh! Котики радуют глаз, а умные котики даже спасают коров от переедания на работе. Не стоит открывать дверь головой, даже если она бронелобая. Когда ты настолько ужасен, что даже собственная жена кричит в ужасе, глядя на тебя, нужно держаться за нее из последних сил. Скупой платит дважды, а ленивый делает работу трижды. До человека лучше всего доходит через наказание. Только разбив пару раз нос и почувствовав колесо машины на своем ухе, пешеход поймет, где же этот пешеходный переход. Хороший водитель отличается от плохого только одним – знанием, где какая педаль находится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите про свои эпичные победы над разумом. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы вы можете, став спонсором канала по ссылке возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и посмотреть серьезные обзоры боев и бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Там же вы можете забрать бесплатные видеокурсы по самообороне и муай-тай и подписаться на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем». Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках. Пика! Защита! Нога рудеет. Раз-два. Переваривайтесь. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, оба. Вот так.